«Казах ТВ» преодолевает расстояние. В новом сезоне мы охватим еще больше стран, еще больше зрителей. Мы появимся в каждом доме, в каждом отеле, даже в самых отдаленных уголках мира. В новом сезоне вас ждет цикл новых культурно-познавательных проектов под названием «Казах Лайв». Все о традициях и обычаях казахского народа в проекте «Казах Лайв Дастур» с Тамарой Асар. Уникальность кухни тюркских народов раскроет и покажет поэтесса, акын-блогер Айнур Турсунбаева в проекте «Казах Лайф Тагам». Этно-стиль – новый мировой тренд. Одежда и украшения в этно-стиле невероятно популярны. О красоте и моде в Казахстане в проекте «Казах Лайф Сэн» с Баян Максатхазе. «Айтыс Лайф» с Болгынбеком Имашевым. Все об Айтысе. История новой звезды Айтыса. «Казах Квест» с Нурсултаном Курманом. Тревел-шоу – проект, отражающий историю, культуру и менталитет казахстанских городов, позволяющий прочувствовать особую атмосферу и самобытность каждого города или региона. Проект «Кендала». Историю надо рассказывать и подавать так, чтобы она увлекала и завораживала зрителя. Это мастерски умеет делать популярный российский автор-этнограф, тюрколог Константин Куксин. Реалити-шоу «The Nomads» – международное реалити-шоу, нацеленное на популяризацию этнотуризма. В экстремально соревновательной форме две команды с участием зарубежных гостей оспаривают звание истинных кочевников из древности до наших дней. Цикл программ, рассказывающий о культуре и истории казахского народа посредством материалов, которые человек использовал с самых древних времен и продолжает в наше время. Также зрителей в новом сезоне ожидают интересные и познавательные тележурналы. Флэшбэк. Увидеть историю страны на примере одного только фотоснимка. Бук-клаб. Тележурнал о казахстанской литературе. Өмірдің өзі мереке. Информационно-познавательная передача, которая рассказывает о значении, важности и особенностях устоявшихся праздников нашей страны. Новый сезон на телеканале «Казах ТВ». С вами по всему миру, преодолевая расстояние вместе.